Виталий Петров. Он не сможет быть сегодня с нами. Он в Лондоне сейчас прямо на базе команды Венсто. У него есть буквально пара минут. Он дожидался этого момента, чтобы буквально поприветствовать нас. Да, Виталий, привет. Скажи, пожалуйста, команда поставила какую-то задачу перед тобой в этом сезоне? Команда в первую очередь ставит цели перед собой. То есть команда в целом, вся команда хочет, конечно, выиграть титулы. Поэтому она ставит инженерам, механикам, что вот сегодня, в этом году нам нужно построить лучшую машину. А перед нами всегда стоит максимальная задача. И мы стараемся ее всегда выполнить по максимуму. Но пока какую-то задачу или сколько мы очков наберем, это очень тяжело в данную секунду сказать. Я думаю, что надо дождаться первых трех гонок, и там будет немножко понятно, где мы находимся и где другие наши конкуренты находятся. Скажи, пожалуйста, вот после того, что случилось с Кубицей в ралли, после этой неприятности, я так понимаю, что больше никогда ни в каких гонках, кроме Формулы-1, ты участвовать не будешь уже? У нас были, можно сказать, такие планы, да, выступления там, в ралли также попробовать. Я тоже любитель, конечно, ралли. А также гонку звезд я хотел бы очень проехать. Но, к сожалению, авария Роберта показала, сказал на то, что нужно ставить свои приоритеты. Мой приоритет – это Формула-1, и я не могу рисковать уже чем-то еще. То есть, если я выступаю в Формуле-1, я должен отдаться полностью Формуле-1. Я даже оградил себя в этом году от лыж, от каких-то спортивных, от каких-то очень небезопасного спорта. То есть, я вынужден был это сделать. Понятно. А то, что вот именно Ник Хейтель сейчас стал твоим партнером по команде, это хорошо? Я думаю, что для команды это очень важно, что у нас опять же есть опытный пилот, как Ник. Он участвовал в гонках с Кубицей, и они примерно одного же уровня. И поэтому это для команды сыграло очень тоже хорошую роль. Я не знаю, как он будет себя вести во время уикенда. Может, он будет такой скрытый, что даже будет тяжело с ним поговорить. Так что пока мы делаем свою работу. Да и с Робертом было, в принципе, то же самое. Спасибо большое, что нашел время.